Каждый день у нас челлендж, то есть нету дня, похожего на предыдущий. Всегда какие-то проблемы, которые нужно быстро решить. Драйв каждый день. Скучно не бывает. Мы организуем огромное количество мероприятий. Мы всегда пытаемся на них рассказать что-то новое, что-то интересное. Мы приглашаем наших клиентов в качестве спикеров на крупнейшие мероприятия города. Недавно на одной конференции встретила кандидата, которого я не знала. Он подошел ко мне и сказал, что вот когда-то мы дали ему путевку в жизнь, его устроили менеджером по работе с клиентами, по-моему, в какую-то автомобильную компанию. Он там вырос за 10 лет до генерального директора. Welcome. Милости просим к нам в агентство. Индустрии, с которыми мы сейчас работаем в рамках моей партнерской группы, это пищевая индустрия, это строительство и недвижимость, это рекламная индустрия, это, конечно, успех людей, которые работали вместе со мной по развитию этих направлений. И, в общем, могу сказать, что без ложной скромности, что мы реально занимаем лидирующие позиции среди других игроков на этих сегментах. Мы уже почти 10 лет входим в сеть InterSearch, и благодаря этому мы можем быстро, качественно и практически в любой стране мира найти самых редких кандидатов. Любое общение с кандидатами, как, в общем-то, и с клиентами, наше общение, оно двигает не только историю агентства «Контакт», но и, я вот честно скажу, там, экономику страны в целом. Мы приняли решение, что будем подбирать топ-менеджеров, будем подбирать руководителей среднего звена и высококлассных экспертов, и будем подбирать молодых выпускников, из которых вырастают будущие топ-менеджеры. К решению задач каждого нашего клиента мы подходим индивидуально, и все это благодаря нашей замечательной, сильной, профессиональной, эффективной команде.